Друзья, всем доброе утро. Вот он следующий день. Уже пасмурно сегодня. Выдвинулся. Навигацию закрывают, буи убирают. Уже потемно, опасно. Ну, кто знает, редко тот знает. Короче, поехали. Пока вот тихо, сегодня до 9 метров. Юго-запад. Сначала южный, потом юго-запад. А температура там, ну, один плюс, ну, сейчас вот один плюс должно быть, ну, намного теплее, то есть, может, кажется, что даже утро минус был. Короче, днем 4 градуса, и вот пасмурно будет. Попробуем сегодня, что нам река Обь подарит, угостит. Друзья, прибыл на точку. Первый заброс на манду. Ну, тут с эхолотом прошелся, рыбы как бы так, белой мало, а там ниже была, и к фарватеру ближе. Не знаю, что, прокидаюсь, спущусь, полосой прокидаю. Посмотрим, что сегодня нам день даст. Народ есть, лодка одна, вторая, какой-то катер стоит большой, корабль. Сегодня погода пасмурная. Не знаю, с чем подать, чем угостить упитышей. Было вчера на рыбалке. За весь день одна поклевка. Ну, если сегодня что-то будет, я вставлю с моментик. Со второго заброса щуку взял. И все. А потом я промотался, проездил, проискал. И у всех одно и то же абсолютно. Кто-то поймал, там слышно было, разговаривал. Там кто-то одну рыбу поймал, там с лодки, они там втроем. Троллингистов очень много. Вот. Ставлю момент вываживания и все. А там больше что. Ладно, рыбачу. Друзья, вот поклевочка недалеко от лодки. На манду убивает. О, была щучка. Была щучка. Вот такая. Грамм 700 кило. Ну, что сказать? Промолчу. Вот как вот так попасть? Офигеть. Ну, ударило. По щуче ударило. По-щучански. Ну, в яме. Тюкнуло недалеко. Ну, не тот, расстраиваться не тот размер. Ну, хоть поклевка, уже интересно. Друзья, погода вот такая, ветер шквальный, там вообще, тут в протоке еще потише, а там прям вал. Короче, гоняю тут стаю леща, окунь под ней бегает, но брать не берет. Тюкает, тюкает, что-то я отводной и всякий. Короче, блин, я не знаю. Вообще не хочет ничего. Слом погоды хороший.
Вон щипает за хвост. Поставил на отводной твистер красный. Блин, не берет. Не, я думал, сейчас его начнет хавать, раз хвостик бьет. Он не хочет. Вот стая это перемещается постоянно. Вот за ней уже два круга сделал. И безрезультатно. А больше поклевок-то и не было. Лучше в дома сидел. Ну вот, друзья, видите, чешуя. Это лещевая. Довольно-таки крупная. Там уж ясь. Ну, сейчас вот на быстрой проводке чирикнуло. Такая волнища поднялась. Жесть. Так еще обратно идти-то, ё-моё. Под рекапы с поворотами, это ладно. Тут на плинки прям раскачало. Какой глиссер тут летит? Вообще, какой там глиссер? Еще одного, спереди вообще умрешь ехать. Почки опустятся. Сейчас к яме подойду, на яме посмотрю, что там. О, вот тебе юго-восток, по-моему. Или юго-запад 5-9 порывы. Такой ветер опасен, что на коряге может натащить. Надо идти вдоль песков хотя бы, не вдоль яра. Друзья, ну вот блин, вообще там метров 300, видимо, воу, за островом было это. Я жилет напялил. Обычно я на жилете сижу, а тут что-то очково. Одел жилет. Раскачает. Слава говорит, что-то меня, говорит, тоже колбасит. Я говорю, сюда не стоит ходить, говорю. Они там на катере, но я к ним подъеду. Когда-нибудь подъеду, наверное, доеду. Вот на малом раз. Вот там невозможно. Где потише, там уже на глиссеры прокатишься и все опять. А там будет тоже... Хотел по основной идти, плюнул, поеду по протоке. Там тоже ее раскачивает, но я думаю меньше. Посмотрим. Ну где тут, какой глиссер тут? Только... Как она, как правильно-то? Взлетка для ПВХ-шек, ё-моё, точно, вот... Куда тут? Как она так раскачалась? Я так за лето не было, не попадал в такую волну. Вот тебе юго-запад. Ладно, будем двигаться дальше. Песок как подняло вообще. Полный рот песка, блин. Тут вообще же скач какой-то, я что-то не понимаю, откуда ветер дует, как пойти-то. Еще боишь ее как можно, ну там вообще бараны, прям вообще, блин. О, попал, блин, ногами в жир, и рыбы не поймал. И такой трешак еще словить. Там что-то вообще жопа какая-то. Мотор даже не вытягивает. Надо под берег жаться. Его не затащило, так с велика потом хрен вылетишь.
за место такое. Я офигею, блин. Офигеть. Поймал, блин. Офигеть. Офигеть. Блин, ну там. Как по камере видно будет, но реально что-то стрёмно. Я такую волну еще не ходил, по крайней мере здесь. Да на море тоже, как правило, обычно я уже на берегу, когда вот такая тема. Блин, там выйдешь, там прямая, сейчас как попадешь в этот просак. Стрёмная тема. Попробую вдоль песка пойти, но там вообще просто пиляк. Бля, коряги кругом. Или может по основной пи надо было идти. Так что давайте, собирайтесь на рыбалочку. Не знаю, мне кажется, я, наверное, хочу уже закрыться. Что-то я уже устал от этого бесклёя, от этой погоды. Подумаю, может, крайняя была рыбалочка у меня по жидкой воде. Затратно все это дело, беспонтовое. Дома сам потом посмотрю с Певчанским, как оно все выглядит на самом деле по камере. Вся лодка в песке. Это не южный, это какой-то, блин, может, северо-запад какой-нибудь. Хотя теплый ветер. Там вообще до свидания. Вот здесь хоть это, по мелику иду нормально. Ну, а там буран, поднялся песок. По всей реке на поворотах даже нету спокойного. Как он так? Что за ветер дурацкий какой-то?
5-9, друзья, 5-9 порывы. На кутке. А то 2 дня буду ехать. Ветер подкидывает лодку, жесть. Дальше будет жун. До свидания. Сейчас видно, откуда дует. Сейчас туда поворот, прямая, там долго будет. Сейчас лодка будет меня обгонять. Что на катере-то, может, и нормально еще? Даже не колышет там. Ну тоже не быстро идут. Поворот затяжной будет, ё-моё. Там мужиком пристроил. Там 2 раза как подлетел на волне. Винт из воды, я 2 раза подряд. Я прям чочканул. Раскачал вот такую волну. И она взлетел. 2-й. Ну хоть это. Сбросил сразу. За мужиком пристроился, маленько волну рассекает. Маленько осталось. Что, друзья? Поехали пацаны из города. Слава. Его брат и Андрюха. Вот они судачка поймали, но они приехали в час дня, когда я по волне прыгал там. У меня тычок был и поставил от водной, нальмешка сошла. Как бы, ну там протянул 2 оборота. Мелкая. Думал, окунь. Вот. Ну, вообще просто ветер дурацкий, крутит, мутит. Не знаю, что-то я уже так... Закроюсь, наверное, в этом году. Что-то я так устал. Просто рыбалка нулевая сегодня. Нулевая. Капец. Вот тебе и осень. Рыба есть в эхолоте. И белая, и красная, блин. Всякая. Вот видите, что крутит. И вот... Как тут порыбачишь? А завтра 7:12. Парни собрались. А послезавтра снег с дождем. Я, наверное, завтра лодку уже помою. И, наверное, закончу я по жидкой воде. Так что... Ладно, друзья. Всем счастливо, всем пока. Всем натянутых лесок. С вами был канал «Рыбалка в Сибири».